Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы ведем репортаж из залов конгресса, который называется «Эндокринология столицы». Сегодня второй день работы конгресса, по-прежнему очень много участников. И, конечно, идет активнейшее обсуждение инновационных препаратов, подходов к терапии сахарного диабета, которые обсуждаются и в том числе и во всем мире. Ну, что сегодня было интересного? Было обсуждено, например, исследования, которые проходят очень длительно с участием России, международные рандомизированные исследования ADVANCE-ON. Сегодня мы обсуждали результаты завершившегося продленного наблюдения, и которые говорят о том, что очень важно с самых начальных стадий сахарного диабета поддерживать оптимальный контроль гликемии. Почему? Потому что клетки нашего организма имеют такое свойство как бы метаболической памяти, то есть сохранять память о хорошем контроле гликемии и надолго удерживать сосудистую стенку от развития осложнений в том случае, если достигнут этот хороший контроль, даже при последующем некотором ухудшении этого контроля. Поэтому это очень такие интересные наблюдения, которые были получены в ходе исследований. И вот ADVANCE-ON – одно из таких исследований, которое продемонстрировало эффект метаболической памяти. Вчера, не могу не напомнить об этом, что было симпозиум, посвященный внедрению на мировой рынок и в российский рынок новых инсулинов. Инсулин-аналог человеческий, супер длительного действия, который носит название Деглюдек, и инсулин смешанный, основанный на Деглюдеке, который, в состав которого входит продленная фракция Деглюдек и ультракороткая фракция Аспарт, и этот инсулин носит название Райзадек. Очень интересные данные, нюансы использования этого инсулина. Он, поскольку имеет очень длительный срок действия, до 40 часов, то мы можем вводить его достаточно в свободном режиме. Если пропуск инъекции произошел, то пациенты могут не беспокоиться, они могут сделать инъекцию на следующий день и не потерять при этом качество гликемического контроля. И хотела бы еще один момент дополнить, что только сегодня пришла информация о том, что ныне проходящее крупнейшее рандомизированное исследование DEVOUT с использованием инсулина Деглюдек в международном масштабе, оно проходит и в России в том числе, которое посвящено сердечно-сосудистым исходам у пациентов и должно длиться еще как минимум 4 года, уже сегодня получено данные о том, что Деглюдек в этом исследовании проявил себя крайне позитивно, никаких опасностей со стороны сердечно-сосудистой системы не получено, и штаб-квартира решила выйти, исследование решило выйти с предложением в FDA утвердить этот препарат на американском рынке. Напоминаю, что на европейском рынке этот препарат уже получил утверждение. Конечно, не могу обойти стороной новую группу препаратов, которая активнейшим образом обсуждается в стенах этого конгресса. Это препарат, которые блокируют реабсорбцию глюкозы, и в частности препарат, которым первым зарегистрирован на нашем рынке, препарат дапаглифлазин, который показывает удивительные чудеса и преимущества в терапии больных диабетом второго типа в отношении одновременно контроля и сахара крови, и артериального давления, и снижения массы тела. Ну, пожалуй, это те новости, которые были освещены сегодня. Но завтра работа продолжится, и завтра вы услышите новый репортаж. Спасибо.